Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики моего канала «С подоконника на грядку». И сегодня, друзья мои, я хотела подвести итог по всхожести петунии. Как вы помните, в одном из видео я сажала петунию разных сортов. Вот они у меня тут пронумерованы, эти упаковочки. Также пронумерован ящичек по рядкам. И давайте сейчас посмотрим, сколько же взошло из посеянных. Вот первый у меня сорт петуния Гранди Флора, канкан вишневая. В упаковке было 10 штук семян. Считаем первый рядок. Сколько же взошло? Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, больше половины, это уже хорошо, я считаю. Сорт такой яркий, насыщенный. Вишневый с белым сочетание. Отлично. Яркий сорт есть у меня. Так, второй номерок. Это у меня петуния ампельная лавина белая. Здесь также было количество 10 штук семян. Сейчас посчитаем с вами второй рядок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уже больше. Радует меня это. Так, третий сорт. Это у нас петуния кринолин пурпурный фрилетуния. Фирма Гавриш продает такие семена. 5 штук в упаковочке было. Считаем третий рядок. 1, 2, 3, 4. Замечательно. 4 из 5. Так, следующая петунька Бенефис. Такая вот махровенькая. Здесь у меня было 10 штук. Петуния Бенефис. Четвертый рядок считаем из 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, неплохо. 7 это хорошо, я считаю. Схожесть больше половины уже радует. Следующая петуния сорт Грандифлора Галактика вишневая. Так, в количестве 10 штук было посажено. Смотрим, сколько же у нас в пятом рядке выросло. Вот пятый рядок, кстати, у меня какой-то слабенький. Так, вот. 1, 2, 3. Вот четвертый самый крупный экземпляр. 4. И то вот этих микробов, если считать. Вот прям, я не знаю. Ну, этот, может, сжегся на солнышке. Конечно, один день я оставляла. Не прикрыла, не притянила. Может, поэтому повредился. Ну, ладно. Что ж, бывает и такое. Следующий сорт. Петуния крупноцветковая Альба. Ну, это вообще красоточка, конечно. Такая прям балеринка. Шестой номерок у нас. Шестой. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой номер. 6 семян. Зашло из 10. Ну, хорошо. 6 это же не 3. 6 радует. Нормально. Так, и последний такой сортовой вариант петунии. Голландская селекция. Петуния крупноцветковая Танго. Такого цвета приятного, да? Лососевого. Здесь было семянок вообще 15. И рассадила я под номером 7 и под номером 8. То есть в 2 рядка. Из 15 считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Результат замечательный, я считаю. То есть, ну, схожесть по сортовой петунии на самом деле неплохая. Могла быть, наверное, и лучше. Может, где-то сказался мой недогляд, так сказать. Где-то я ее пересушила, возможно, на солнышке. Слишком долго она у меня стояла. Ну, тут уж, как говорится, что выросло, то выросло. И вот последняя петунька, которая была посажена просто вот в рассыпную на край контейнера. Это у меня номера 9, 10, 11. Такая обычная петуния, розовая пенка. Но тут уже я считать не буду. Тут зашло 100% все, что было посеяно. Вот как вы помните, здесь у меня было такое явление, как плесень. Все, я это нейтрализовала фитоспорином, пролила единожды, и все. Больше она здесь не появлялась. То есть вот такой вот обзорчик для вас, друзья мои. Сорта красивые. Сажать можно, схожесть хорошая. Так что... Вперед!
Вперед сажаю, пересаживаю. Вот, кстати, я буду уже сегодня, наверное, пикировать, потому что довольно-таки уже крупные листики. Уже она тут у меня, честно говоря, может, даже и засиделась. Но вот я хотела все-таки снять сначала это видео, чтобы вам посчитать именно, что взошло, что не взошло. И теперь уже приступлю к пикировке. Тоже сниму отдельное видео. Ну, на этом все, друзья мои. Спасибо всем за просмотр. Пока-пока.